Здравствуйте. Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Евгений Луковкин. Смотрите сегодня в программе. Город в порядке и порядок в городе. Во-первых, есть комплексный подход, это очень правильно. Есть синхронизация с работой ресурсников, потому что во многих регионах только положили асфальт, пришли тепловики, все разрыли. Благоустройство Новоульяновска на всестороннем контроле. Спросите губернатора. Те деньги, которые ранее нами планировались бы на внутренней поселковой сети, мы сейчас вполне можем пустить на, в том числе и на модульные котельные. Поэтому давайте, включайте программу. 16 сентября. Прямая линия с главой региона. Вкусы у всех разные. Все, что нужно сделать городу, просто-напросто в соответствии с методикой, которая в городе уже принята, всеми согласованно, рассчитать стоимость по программе забот. Как накрывают столы в ульяновских школах. Готовь трубы с лета. Еще в июне коммунальные службы начали подготовку к отопительному сезону. В сентябре вышли на финишную прямую. Пуск тепла начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превысит 8 градусов. Предварительно старт сезона намечен на 26 сентября. В сфере ЖКХ особое внимание, куда входит в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Их преображением в последние годы занялся город Новоульяновск, куда с рабочим визитом приехала депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева. Четвертый по величине город области Новоульяновск в 2022 году начали активно развивать. К вопросу подошли комплексно, выделив более 600 миллионов рублей, 46 миллионов из которых ушли на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Во-первых, есть комплексный подход, это очень правильно. Есть синхронизация с работой ресурсников, потому что во многих регионах только положили асфальт, пришли тепловики, все разрыли. Поэтому в первую очередь при благоустройстве меняют все коммуникации, уже потом укладывают асфальт, устанавливают освещение, лавочки, разбивают клумбы. Грамотный подход позволяет избежать лишних трат и сохранить эстетику. Мы сегодня, по большому счету, в городе Новоульяновске делаем каждый год по микрорайону. Вот у нас осталось 3 микрорайона в городе Новоульяновске для того, чтобы завершить в полном объеме. Одним из важных вопросов благоустройства стала установка качественных, безопасных и современных детских площадок. В федеральной программе на мини-городки средств не предусмотрено, поэтому комфорт для юных жителей начнут создавать за счет других программ. На время, как альтернатива, экономичные московские лайфхаки. Первый свой опыт, это в Москве, конечно, там другие сопоставимые возможности, но асфальт. На асфальте просто рисуют круги для твистера, да, там классики, вот какие-то змеечки. Ну, там много таких игр, в которые можно играть, там отражение и так далее. Вот абсолютно ничего не стоит. Потратиться придется на высадку деревьев во всех дворах и парках. В строящемся Прибрежном работы по благоустройству ведутся с 2020 года. Результаты налицо, учитывая, что в прошлом. Он был весь в зарослях, заброшенный, грязь. Листья, трава, заросли, в общем. Парк значительно преобразился, но требует дополнительных работ. Нужно высадить деревья, установить малые архитектурные формы, преобразить, благоустроить набережную. Для этого требуется около 200 миллионов рублей. Концепцию благоустройства Прибрежного отправят на всероссийский конкурс, куда включат строительство велодорожек, зон отдыха и укрепление берега Волги. В случае победы все планы воплотятся в жизнь. Новоульяновцы в успехе уверены, ведь в одном из конкурсов «Лучший дом, лучший двор» активисты города уже стали лауреатами. Искреннее желание сделать территорию, где живешь, лучше – один из главных элементов формулы успеха. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Реконструкция Федерации продолжается. Внимание к преображению одной из центральных улиц областной столицы приковано всестороннее. Задействованы колоссальные ресурсы, как рабочие, так и финансовые. Вне конкурса участок на этой же самой улице, который утопает в бесхозяйственности. Подробности далее. Пока на одной части улицы Федерации производят ремонтные работы, чтобы она стала похожа на бульвар Баумана в Казани и стала одной из визитных карточек Ульяновска, про вторую ее часть забыли, и она буквально утопает в мусоре. Бытовые отходы заполняют забытые мусорки и начинают покрывать тротуар. Ситуация с переполненным контейнером не так плачевна, как состояние самой улицы. На протяжении 200 метров все заросло травой и кустарником, и уже в эти заросли прохожие стали бросать мусор.
За все лето на этом участке местные жители не видели ни одного ответственного работника, несмотря на многочисленные просьбы к администрации навести порядок. Май, сказали, в июне уберут, и в июне, июнь в июле, июль в августе теперь уже сказали с 5 по 9 сентября, но результата нет. Мусора много, бутылки, распитие под окнами, курят. Замечаний в наше время как бы никому не сделаешь. Даже донести бытовой мусор до контейнерной площадки для жителей – проблема. Пути заросли травой. Единственный способ – это выйти на проезжую часть и, обойдя припаркованные авто, добраться до контейнеров. Не самый безопасный квест. В рамках месячных по благоустройству 9 числа будет проведен покос на данном участке и вывоз мусора бытового тракторной тележкой. Что мешало коммунальщикам сделать это ранее? Возможно, вопрос снова упирается в пресловутую нехватку дворников. Другая же проблема участка – сухие деревья, нависшие над головами прохожих. Ветви сплелись с электропроводами, и каждый порыв ветра грозит обернуться аварией на сетях. Хотя, по воспоминаниям жителей, сотрудники УльГЭС год назад сообщили, что данные кабели к электроснабжению не относятся. Это провода не линии передач, а Ростелеком. То есть это интернет, провайдер. Вот. Мы напишем им письмо официально, отправим им, установим срок, когда листья опадут, и обрезку деревьев проведут. Это до конца октября. Пока по соседству на этой же улице притворяется в жизнь грандиозная задумка по возвращению исторического облика, здесь время будто застыло. При том, что ответственные службы ответственно заявили, что скоро порядок все-таки наведут. Поможет смена сезона. Трава завянет, а мусор засыпет снег. Александр Злобин, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Минаевский мост – перекресток инженерных магистралей. Здесь сплелись ток, свет и вода. Все эти сети во время реконструкции переправы проходят замену. Врезки и переврезки идут одна за другой. Недавно настал черед водопровода. При его замене без воды осталась значительная часть железнодорожного района. Чего стоит прогресс и как город справился с очередными временными трудностями, расскажет Вячеслав Новожилов. Минаевский мост начали реконструировать в апреле. Вместе с пролетами и опорами меняют и целый клубок инженерных сетей. В его сплетении и нити водопровода, разменявшие четвертый десяток. 5 сентября началась врезка новых магистральных труб. Срок их службы – 70 лет. Подходит к завершению сварочно-монтажные работы на данном участке. Установлены болты на фланцевые соединения. В настоящее время идет протяжка данных болтов. Установлены упоры, чтобы исключить гидроудар при пуске воды в систему трубопровода. Однако благими намерениями вымощена дорога к аварийным точкам подвоза воды. На 3 дня без водоснабжения остались 3-й и 4-й микрорайоны, а также поселок моторного завода. Мы планируем не позднее 22:00 начинать подачу воды в трубопровод с последующим повышением давления, чтобы к утру жители железнодорожного района были обеспечены холодным водоснабжением в полном объеме. Вода побежала из крана около полуночи 7 сентября, на 6 часов раньше заявленного срока. Однако стахановщина работников водоканала не отменяет того, что Ульяновский водопровод требует серьезной модернизации. Отдельным его участком – место в музее. Изъеденные коррозией трубы плохо справляются с потребностями растущего ввысь и вширь города. Вячеслав Новожилов, репортер 73. Чердаклинский, Сурский и Корсунский районы в 2022-м вошли в программу модернизации теплоисточников социальной сферы и обзавелись модульными газовыми котельными, средства на которые выделил областной бюджет. Газификация продолжается активными темпами, а если в вашем населенном пункте по этой части пробел, либо назрела другая, не менее актуальная проблема, можно обратиться на прямую линию с губернатором Алексеем Русских. Он выйдет на связь 16 сентября. Для сельского жителя газ фактически означает начало новой жизни. Он не только стирает грань между селом и городом в плане бытового комфорта, но и является одним из самых важных жизненных благ. И эта радость приходит в наши села
в наши дома. Да будет газ! В апреле этого года воскликнули жители села Воецкое, что неподалеку от Барыша. Чуть позже, в августе, аналогичные эмоции испытало население села Архангельское Сорского района. Однако многие населенные пункты региона по-прежнему отдалены как от города, так и от голубого топлива. Но вопрос газификации пусть медленно, но решается. Актуальный пример – обращение к губернатору со стороны директора Краснополкинской средней школы. В августе 2021-го Алексей Малин воззвал к Алексею Русских посредством прямой линии. В 2017 году в рамках газификации в селе Краснополка Корсунского района на территорию школы был заведен газопровод. С тех пор на различного рода совещаниях, а также в письмах ежегодно обещают поставить модуль и перевести отопление Краснополковской школы с дров на газ. Но, говорят, обещанного 3 года ждут, а тут уже 5 лет прошло. Ну-то и поселковые сети сейчас будут строиться за счет «Газпрома». Соответствующие законы уже приняты. Государственная дума – это инициатива президента. Вот. Соответственно, те деньги, которые ранее нами планировались бы на внутренние поселковые сети, мы сейчас вполне можем пустить, на, в том числе и на модульные котельные. Поэтому давайте, включайте в программу. Да, принял при вашей поддержке, Алексей Ильич. Чтобы не получилось так, что 6 лет обещаний. В июле 2022-го в селе Краснополка Корсунского района велись работы по прокладке и подключению сетей тепло-, газа и водоснабжения. Уже в предстоящем отопительном сезоне теплоисточник введут в эксплуатацию. В этом году под программу газификации областной бюджет выделил порядка 230 миллионов рублей. На эти средства в 14 населенных пунктах региона закончат проектирование газопроводов, а в 7 геоточках завершится их строительство. В некоторых ульяновских школах установилась имущественно-продовольственная сегрегация детей. Платников отделили от бесплатников, как зерна от плевел. Школьников развели по разным столам, и первых кормят лучше, чем вторых. По крайней мере, так говорят родители учеников, пользующихся социальным питанием. В администрации города грешат на одного из двух операторов питания, последний перекладывает вину на город. Меж тем ситуация бросает тень на поручение президента – обеспечить всем школьникам равнозначные условия в школьных столовых, не разделяя детей на богатых и бедных. Сегрегация по питанию – это ненормально, особенно в контексте президентской задачи. Консолидации общества со школьной скамьи и социального выравнивания не получается. Поднимаем флаг и исполняем гимн вместе, а потом, глядя в тарелку, делимся на состоятельных и не очень. Родители переживают, горадминистрация выказывает недовольство. То единое меню, о котором очень много говорится и пишется, тот стандарт, который принят и который должен соответствовать, он должен выполняться, наверное, всеми. И в соответствии с законодательством. Два оператора питания и школа-единоличник. В Ульяновске всего 3 варианта накормить детей. В администрации областного центра отмечают, если один крупный игрок никакой разницы между платниками и бесплатниками не видит, кормя всех одинаково, второй строго следует нормативным документам и региональным стандартам. 3 школы в городе областного подчинения. Завтрак здесь стоит 83, а обед 137 рублей. В остальных, где действует муниципальная программа «Забота», 60 и 90 рублей соответственно. Отсюда возникают все те проблемы, которые появились, связанные с разными столами, с противоречиями и так далее. Все, что нужно сделать городу, просто-напросто в соответствии с методикой, которая в городе уже принята, всеми согласованно рассчитать стоимость по программе «Забота». Оператор питания хочет заработать, городская администрация сэкономить. В итоге палка о двух концах бьет по детям и по имиджу как муниципалов, так и бизнесменов. Красиво в этой истории не выглядит никто. Кстати, кроме претензий к разнице в блюдах, есть еще и претензия с заменами этих самых блюд. И тут уже абсолютно не важно, платный завтрак, обед или социальный. Конечно, операторы питания нам пишут служебные записки, нас извещают, но нас, как руководителей, очень сильно волнует все-таки стоимость данных продуктов, что чай и сок, они отличаются. Споры о вкусно-невкусно и качественно-некачественно с этого года вышли на новый уровень. Отныне обмен мнениями ведется и фиксируется не в родительских чатах, а в официальных отчетах. С этого года сотрудники брокеражной комиссии не просто пробуют блюда, но и оценивают их по 5-бальной системе. Точно так же, как в школе. От кола до 5. Таким образом, мы можем отслеживать качество блюд, говорят в управлении городского образования. А еще свою оценку
планку, конечно же, могут поставить дети и их родители. Если посмотреть на младшеклассников вот этой школы, прямо сейчас в столовой за моей спиной, недовольных вроде бы нет. Однако вкусовые предпочтения разные, и 100% довольных всем предложенным продуктовым ассортиментом детей не встретить сегодня ни в одной школе России. Это нормально. Нормально даже разделение по блюдам, вот только выстраиваться, по мнению родителей, оно должно по другим принципам. Дочке моей очень нравится. Выпечка здесь хорошая, первое, второе, завтраки. Вот. А сыночек у меня вот с сахарным диабетом. В школе все предоставили, то есть в первый же день и без сахара, и отдельные порции. Дотянули до последнего. Ситуация с питанием школьников не единственная, за что власти Ульяновска хватаются в попыхах. Из множества решений оперативно выбрать оптимальное руководитель города Дмитрий Вавилин так и не сумел. Опять двойка. С 1 сентября использование мобильных телефонов на уроках в российских школах под запретом. Однако для учеников, имеющих диагноз сахарный диабет, сделано официальное послабление. Гаджет для них – жизненно необходимое техническое средство, с помощью которого при ухудшении состояния они могут связаться с родителями либо врачами. Что еще положено особой категории детей и чего из положенного им не достает, выясняла Татьяна Домоданова. Спускай. Вот если сейчас, то я должен что-то съесть. Сейчас мы сделали инъекцию на перекус. Ты уже сам, в принципе, знаешь, да что, когда нужно. Да, 3 года уже болею. Второклассник Сережа Ходаковский мудр не по годам. И ответственен не только за школьные оценки, но и за собственное здоровье. При наличии сахарного диабета небрежность чревата. Сереженька меряет сахар в день минимум 12 раз. То есть 12 проколов. В школе самостоятельно меряет сахар, так как мальчик у нас уже взрослый, второклассник. При необходимости обращается к медицинской сестре в школе, либо я подъезжаю. У детей с таким заболеванием сахар что качели, то вверх, то вниз. Отслеживать жизненно важный показатель и его динамику Марине Мулиндеевой медики рекомендовали с помощью непрерывного круглосуточного мониторинга. В прошлом году по программе ВМП девочки установили дорогостоящую инсулиновую помпу. Приспособление, во-первых, доставляет в организм инсулин, а во-вторых, автоматически замеряет сахар и в случае отклонений подает звуковой сигнал. Помпу установили бесплатно, а вот расходные материалы родители покупают сами. Хотя дети с сахарным диабетом, федеральные льготники и по 178-му федеральному закону гарантированно обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Бесплатно. Наш региональный Минздрав ссылается на отсутствие в конкретном локальном перечне сенсоров. И в связи с этим отказывает нам в обеспечении. Мы обращались в прокуратуру, в суды. Есть положительное решение суда в отношении моей дочери по данному вопросу. Но, несмотря на это, на данный момент она ими не обеспечена. Проблемы не только с сенсорами. По рассказам родителей, в ограниченном количестве выдаются тест-полоски и ланцеты для проколов. Те же самые иглы. Коробка из 100 игл. Она стоит порядка 1200 рублей. Мне выдают 120, мне необходимо 360, то есть 2 коробки я еще докупаю. По итогу из семейного бюджета на нужды ребенка-инвалида ежемесячно затрачивается порядка 30 тысяч рублей. Чиновники от Минздрава, которые вроде бы в теме, посчитали иначе. В рамках постановления правительства, конечно, устанавливается норматив затрат на одного федерального льготника. В этом году эта сумма составила 1007 рублей 90 копеек в месяц. Но мы сами понимаем, что даже инсулина стоит намного дороже, поэтому по обеспечению детей стоимость на одного ребенка не ограничена. Еще 5 лет назад на региональном диспансерном учете состояло 250 детей с диабетом. Сейчас их уже 511. Из-за недообеспеченности многие родители ищут правду во всевозможных инстанциях. Некоторые обращаются к Антонине Бояровой, координатору данного направления в местном отделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
У нас на данный момент выиграно около 30 судов первой инстанции. И вот сегодня у нас выигран 11-й суд апелляционный. То есть все в нашу пользу, в пользу наших деток. То есть законы на нашей стороне. И Конституция, и федеральные законы, все на нашей стороне. Проблемы с обеспечением детей-диабетиков лекарственными препаратами и медицинскими изделиями еще недавно была актуальна в 60 российских регионах. Однако сейчас ситуация относительно стабилизировалась. Ульяновск разве хуже? На нас какие-то гонения, что ли, можно так сказать. Потому что наши дети, они не нужны никому. Татьяна Домоданова, Сергей Рябухин и Юрий Давыдов. Репортер 73. С начала весны остановили работу ульяновские предприятия с иностранным капиталом. Импортозамещение заработало с большей интенсивностью, не давая российским заводам уйти в кризисную тень. Предприятия сохранили, работа идет, хоть и в непривычном формате. Санкционное давление заставило перестроиться всех. Как это удалось малому и среднему бизнесу, расскажем в следующем сюжете. Все винтики на месте, изделия по коробкам и к заказчикам. Предприятие, занимающееся изготовлением пластиковых деталей для машин, работу продолжает, несмотря на то, что некоторые партнеры ушли. Сегодня основные заказчики – российские автозаводы, в том числе ульяновские, в арсенале классические и инновационные технологии. С начала февральских событий объемы производства на предприятии сократились на 50%. Тем не менее, заказы есть, склады не пустуют и варианты позитивного исхода есть. Тем более, что цеха укомплектованы высококвалифицированным персоналом, готовым держаться намеченного курса. Мы стараемся сотрудников держать, ищем для них альтернативную работу вот на этот период. Нам бы не хотелось вообще персонал потерять, потому что мы очень много средств в него вложили. И вообще люди, очень ответственные, профессиональные. Все будет гладко, не сомневаются сотрудники предприятия по изготовлению раковин. Для этого делают все возможное. Не снижают качество продукции, ищут новых партнеров. Прежние европейские также ушли. В 2021 году сотрудничество вели не только с российскими заказчиками, но и компаниями из других стран. Россия почти вся. И Советский Союз почти. Кроме Прибалтики, весь Советский Союз, плюс страны Чехия, Румыния, Венгрия. Немцев вот успели прямо вот перед мартом отгрузить. Мы им делали большой проект. Повторного соглашения не случилось. Вышли на новые российские компании. Поставка идет в 50 регионов страны, а также в ряд зарубежных. Работа предприятия не останавливается ни на минуту, а уровень комфорта в коллективе стараются сохранять. Зарплату держим. У нас ребята в среднем на сделка. Те, которые уже имеют опыт работы, то есть от 40 тысяч не получают и выше. Ну, это ниши. Это ниши. То есть, когда у нас были большие объемы, у нас были очень хорошие заработные платы. В перспективе выпуск новых линеек продукции. В минувшем году компания стала лучшим экспортером региона. В том же 21-м налажен контакт с заказчиком из Узбекистана. Среднему и малому поддержка от региона. В первую очередь коммуникационная помощь. Отладка взаимодействия между партнерами, поиск нужных поставщиков и заказчиков для выгодного сотрудничества. Малый и средний бизнес, он всегда более приспособлены к кризисным моментам, вы об этом прекрасно знаете, и здесь анализируется весь сегмент. Сфера услуг и туризма сегодня однозначно в выигрыше, и за счет успеха таких предприятий экономика не проседает. Остальным потерять позиции тоже не дадут. В помощь программы поддержки бизнеса от региона. Большая любовь начинается с малого. С малой родины 73-го региона берет свое начало глубокое чувство ко всей необъятной стране, к десяткам ее регионов. Откуда и прибыли участники Всероссийского краефеста. Молодежь от 12 до 18 лет на протяжении всего лета изучала историю своего края, а после прибыла в Ульяновскую область, чтобы раскрыть ее тайны и проникнуться преданиями сибирской старины, глубокой и не очень. О том, что обнаружили юные исследователи и какой багаж впечатлений увезут домой, Вячеслав Новожилов. 150 школьников из Петербурга, Рязани, Краснодара и других городов России на протяжении 5 дней знакомились с нашим регионом. Копались в пыльных шкафах бывших дворянских усадеб и волжском грунте в поисках древних окаменелостей.
Крейфест, одним словом. У нас образуются межрегиональные команды, то есть у нас перемешиваются все участники. И фактически для них это такая новая площадка. Они делают свои проекты исследования в течение вот 5 дней. Вот здесь, на Ульяновской земле, под руководством ульяновских трекеров. Среди направлений для исследования – музееведение, палеонтология, в фокусе – история Ульяновского края, потаенные места города и областных центров. Через познание краеведческие какие-то компетенции каждого субъекта дети узнают о России. А любить можно только тогда, когда знаешь. И зная нашу страну, зная отдельные регионы, невозможно не любить нашу родину. Гости Ульяновской под руководством профессиональных историков, краеведов и палеонтологов разработали мобильное приложение для экскурсий, узнали и рассказали другим о древних рептилиях из Ундр, а также побывали в музее художника Василия Ивановича Зуева. Есть проекты, которые будут явно иметь продолжение. Проекты, например, связанные, например, с парком Дружбы. Они сняли прекрасный фильм, который, мне кажется, стоит посмотреть жителям Ульяновска и решить вообще, что делать с этим парком. Вековечные стены и флёр прошлого увлекли даже самых юных участников краефеста. Меня сначала заинтересовала история о моем городе Рязани. Потом Елена Анатольевна, наша учительница, предложила нам съездить на краефест в другой город Ульяновск. Я прям очень зажглась этим. Мы расследовали разрушение храма в Чердаклах. Он был очень красивый. Там в Чердаклах Вардака в библиотеке стоит макет этого храма. В прошлом году краефест принимала Свердловская область. На закрытии фестиваля уральские мастера передали Ульяновску каменный цветок, сказочный символ этой земли. Ульяновские умельцы передадут следующему краю аленький. С участниками же исследований навсегда останется память об Ульяновской земле, ее вековой стати и красотах, а также друзья из далекого и близкого 73-го региона. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизнь? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Напомним, телефоны 30 41 73. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 30 40 73.
Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности.